Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. 4 кристалла я забираю. Это у нас за третий день. И 81-я миссия, на которую мы с тобой тогда встряли, да? Защита куриц. Ох, не знаю, что у нас из этого получится. Как я смогу или их защитить? Так, а слушай, мы сможем здесь прокачать? Можем. Угу. Уровень 6 у нас получает он. Слушай, ну хорошо, хорошо. Но играть я все равно буду за дядьку Волосача. Че бы мне тут ни говорили, я думаю, что за него получится. Поехали. Поехали, будем трешовать. Да-да-да, защити курицу, я это помню. Супер сложный уровень написано. То есть такое ощущение, что они заранее, да? Отдай уту. Уту. Так, бросаем утку сюда. На, на, на тебе. Так. Тихо. Замечательно. Так, уточка, иди сюда. Бросаем. Ну давай ты, господи, этих уток несчастных. Сюда, закидываем. Так, подожди-ка секундочку, а у меня что? С патронами беда, оказывается, да? У меня беда с патронами. Вот зачем, вот скажи мне, зачем мне здесь нужны вот эти вот всякие ваши утки? Может быть, я смогу? Нет, мне не хватит даже прикупить. Эх, проиграл, да? С лёта. Только начал, почему-то очень быстро мы тут сфейлились. Очень. Так, давай попробуем еще разок. Да потому что это комары паршивые. На них переключаешься, и из-за этого, ребята... А их не убивать тоже, извини меня, не есть гуд. Дай сюда. Сейчас попробую. А вдруг получится, а? Надеюсь, что получится. Как вы достали, а, комарью несчастная. Так, допустим. Так, уточка, иди сюда. Так, а у меня уже не осталось, да, получается, ничего. Кроши, кроши, кроши. А вот этих вот будем забрасывать с собой, наверное. Пока другого варианта я не вижу. Так. Допустим. А теперь постреляем. Ну. Есть. Да, друзья мои. Две курицы мы с тобой спасли, а это значит, что уровень мы прошли. Фу. Ну, было напряженно, если честно. Ну что же, мы двигаемся с тобой. Ох ты, тихо. Сундучок большой, может быть, нам выпадет персонаж новый. Так, дядя Волосач, Фрости, Вэй и три кристалла. Нет, но зато много дали карточек. Это тоже круто. Так, ну и у нас с тобой 82-я миссия в магазине. Что мы тут можем с тобой приобрести бесплатно? Забираем. Так, стоит ли нам брать? Наверное, нет. Тут 5 карточек на Пейпер. Ага. 50 карточек на Джо. Но это, понимаешь ли, нужно отдать 10 кристаллов. Хочешь прокачать Джо? Отдавай 10 кристаллов. Или покупай вот эту свинку-копилку. Я думаю, что мы обойдемся и без того, и без другого. Будем своими силами, да, разруливать. Ну что, поехали на карту. У нас 82-я миссия. И возьмем, наверное, мы с тобой вот этого Джо 7 уровня. Я думаю, что здесь он опасные деньки. Я думаю, что он здесь справится. Так, главное уток забирать. Ну, отлично. Так, погнали они. Все быстрее, быстрее, быстрее начинает, да, елозить. А что они облизываются? Я не могу понять, что они делают тем самым, а? Когда облизываются.
Ну хорош. Чего так много-то, а? Так, переключаемся. На. На тебе. Раз по-другому не хотят понимать. Отлично. Погнали, дальше бросаем. Бу-бух. Замечательно. Я вначале думал, что они, может быть, себе здоровье восстанавливают тем самым, нет? Все, прошли, кстати. И довольно неплохо, у нас еще 5 гранатомета осталось. Я же говорил, что Джо здесь справится. Тем более без проблем. Идеальное, да, прохождение. Так, сундучок. 10% наград. Ага, 13 монет. Вэй, который, кстати, может прокачаться. Слушай, я думаю, что Вэй стоит качать, друзья мои. Так что давайте-ка мы это, наверное, сделаем. Так, 4-й уровень. Неплохо. На 5-м получается кузен Рой. Ну, это нужно докачаться еще до этого момента. Ну, а у нас с тобой 83-й миссия. Кстати, а где у нас черепахи? Ее пока нету. Домика черепахи. Жаль. Очень жаль. Так, пейпер я не буду брать. Давай, наверное, продолжим за Джо. 83-я миссия. Оказывается, монстры существуют. Джо, до тебя только дошло, что ли? А с кем мы, по-твоему, до этого воевали? Оказывается, монстры существуют. Конечно, существуют. Давай, 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 строчи. Давай. Пибич. Пибич. Оглушаем их всех. Так, стой, 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 у меня подствольничек есть. Ну, я тебе скажу следующее, что подствольник у Джо не такой мощный, как у остальных. Если честно. К тому же, как мы видим, у нас это все дело заканчивается. И что ты прикажешь мне дальше делать? В плане меня не хватило, я не понимаю вот этого. Что, придется покупать, ребята? А другого варианта я не вижу. Другого варианта я не вижу. И хватит ли у меня на всех? Да ты серьезно, что ли? Раз, два, три. Но мне пришлось потратить кристаллы, чтобы пройти этот уровень. Ладно, будем надеяться, что это все сделано не зря. Так, чемоданчик. Монетки, Вэй, сосед и один кристалл. Всего лишь один. Почему так мало? Дали бы лучше мне десяточек, да? Ну что, 84-я миссия. Ну что, опять пойдем за Джо? Вперед, вперед, вперед! Окей. Черепашки, да? Так, я не только черепахи. И вот как я вижу, и белки. Ну? Да что ты? Так, мне вот это совсем не нравится. Очень мало здоровья у нас. А белки лютуют. Динамита им надо подкинуть сюда, явно. Так, я сейчас доиграюсь, по-моему, да? Все, доигрался, блин. Не успели, ребята, слишком медленно Джо стреляет. Вот что я тебе могу сказать. Значит, нам придется взять с тобой волосыча. И подожди, кстати, может быть, нам попробовать Вэя. Он 4-й уровень все-таки уже имеет. Давай-ка рискнем за него. У него все-таки... будет атака-то помощнее, если честно. Но не забываем про уток. И вот этих вот мух несчастных валить. Да чтоб тебе, крокодилы, хорош. Видишь, они прикрываются. Ну. Так, черепаха минус. Это все уби... Да ё-моё, перезарядка долгая у тебя. Пора бросить вазы. Вазы их поджигают, это хорошо. Блин, как же я, ребята, теряю свою
мишени, а? Это меня немножко даже раздражает. Что ты там запрыгала? Давай. Бесявые белки. Хватит у меня на эту всю шпану. Давай, парень. Так, есть. Слушай, а Вэй меня не подвел, как ты видишь. Один патрон остался, правда. Но мы же прошли, и это самое главное. Окей. Так. Ох ты, какой здоровый сундук. Ну, допустим, 14 монет, Фрости и Сони, друзья мои. Это новый персонаж. Дед Сони. Я вот не помню, какой все-таки из них лучший, а? Ну-ка, ага, вот и черепаший домик. Дай-ка я посмотрю, что у нас тут за Сони такой. Так, а, у него замороженная бомба. То есть вот кто может морозить врагов. Отлично, так, и мы еще, наверное, можем с тобой прокачать Сварного. Можем? Нет, не сможем. Не хватает финансов. Да и фиг с ним. Ну что, друзья, 85-я миссия у нас. И здесь я возьму, наверное, может быть, опять Вэя взять. Давай, наверное, Фрости. Давай возьмем Фрости, посмотрим, как он здесь будет справляться. Мы далеко зашли. Ой, твою же налево, что творит, а? Так, подожди, что-то я не готов немножко был к таким поворотам судьбы. Комары, вы достали меня к чертовой бабушке, вот серьезно говорю. Не успел или успел? Не пойму. Да хорош же, а? Что, не нравится? Ага. И добивочку. Так, этих комаров сейчас уничтожим пока. Чу. Погнали. Комаров убьем. И этих, естественно, расстреливаем. Давай. Бомби по ним. В плане, меня кто... У меня здоровья не хватило, да? Фрости, ну какой же ты медленный, а? Может быть, волосача все-таки взять нам для этой миссии? Он-то побыстрее бомбит. Мы далеко, говорю, зашли. Поехали. Видишь, они как специально прячутся среди этих бочек, чтобы мне пришлось уничтожать именно бочки. Да. Ну-ка, на. Вот как я понимаю. Вот это мы называется метко выстреливаем. Блин. Стоп. 27 патронов, всего лишь 27 патронов. То есть ты хочешь сказать, что у меня все? Ладно, пускай эти взрываются, пока здоровье позволяет. Мы с тобой вот с этими разберемся. Все, прошли. Я просто не стал обращать внимания на этих енотов, которые плыли со взрывчаткой. Я посмотрел, что здоровья хватит нам, и не стал на них тратиться. И в принципе не зря. Так, значит, мы переходим на следующий с тобой уровень. Так, волосач, все дела. Погнали. Да, друзья, новый тип противников у нас с вами будет сейчас. Вы я возьму. Ни конца, ни края, сложный уровень. Да, вот она, обезьяна. Монстр с красной какой. По-моему, она прыгает. И козявки, да, по нам?
бросать. Что-то такое. Точно не помню, но что-то связано именно с этим. Ага, так и есть, козявки бросает. Ну, да чтоб вас разорвало. Горите в аду, ушлепки мелкие. Стреляй, 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 стреляй. Так, и этого хлыща тоже, нормуль. Так, ждем следующую. Что, и все, что ли? Жалко, что у деда Вэя нету второго оружия. Ох, ёк-макарёк, ребята, у нас беда по здоровью. Все сейчас уничтожат. Не успел. Дед Вэй не успел, к сожалению. И что же нам тогда сделать? Раз Вэй не успел, значит, успеет у нас Джо. Погнали. Я думаю, что ему это будет по плечу. Поехали. Служи, уровень еще написали, видишь, не зря. Ага, два выстрела нужно, да, получается? Надо вот этих кто хламонов, которые там вдалеке идут. Тут как бы приоритеты надо вставлять. Либо этих бомбить, либо этих. При этом еще собирать весь лут. Давай, давай, давай. Пока оглушенные не стоят, надо вот так вот. Так, теперь взрывчатку. Ну? Сейчас, сейчас, сейчас. У нас должно хватить, ребят. Или не хватит? Фух, успели. Всего лишь один гранатомет остался у нас, один снаряд, да? И один динамит был. Ну что, Джо у нас справился. Давай дальше смотреть. 20 монет, тормоз Джо и сосед Вилли. А двигаемся дальше. 87-я миссия. Так, у нас здесь энергия закончилась. И я не знаю, может быть, соседа Вилли взять. У него так мало патронов. Люби врага своего. У соседа Вилли в чем прикол, ребята? У него очень мощное оружие, но очень мало патронов. Очень мало патронов, как ты видишь. Так, бросаем. Давай, давай, давай. Все. Ну тут отлично сработано было у нас, если честно. Смотри, у нас даже еще с запасиком. Так, что увидели, здесь справился. На все 100%. Давай открываем сундук. Смотрим, что нам здесь выпадет. Монеты, Вэй, Сони и все. Ну а мы двигаемся дальше. И у нас 88-я миссия. Я, наверное, оставлю пока соседа Вилли. Возраст делу не помеха. Согласен. Так, тихо, тихо, чё, а чё так? Стоп, 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 стоп. Чё так? Много комаров-то. Сегодня день москитов, что ли, не пойму. Праздник москитов? Проблема в том, что я... Блин, а капкан на них не действует же, насколько я помню. А, нет, смотри-ка. Вс
все на них действует. Ну-ка, давай, прыгай. Обалдеть. Все получилось. Замечательно. Значит, этот уровень тоже нам поддался. Так, 15% серия побед. Ага, 13 монет и Вэй. Плюс тормоз Джо. Двигаемся дальше тогда. 89-я миссия. Кстати, скоро мы дойдем до сюда. Наверное, оставим пока соседа Вилли. Мир жесток. Ага, эту мы не можем сломать, понял. Ну иди сюда. Так, погоди-ка. У нас сейчас идет больше трат, если честно. Опа. А дальше-то как? Если только вот таким вот образом. Но ведь этого все равно недостаточно. Недостаточно этого и все равно будет. Ну и как? Вот все, ребят, приплыли мы, грубо говоря. Здесь никак не получается. Здесь слишком много врагов и слишком мало патронов. Кто нам в этом случае поможет? Волосач, как обычно. Блин, мы с тобой только накопим, да, серию побед, процент определенный, и сразу же их теряем. Ну что, волосач, я думаю, здесь зайдет. Очень хорошо зайдет. Попробуем. А мир жесток. Видишь, они сразу начинаются с прикрывания. Ну, да, если честно, намного больше нужно стрелять, чтобы уничтожить. Посмотри. Но если мы вот так с тобой сделаем, в плане, вот это я лопнул сейчас. Я думал, что мы бронебойкой будем нормально так бомбить. А получается, что нет. Только лишь в том случае, когда они... Пипец. Все. У меня ничего не осталось. Даже волосач мне здесь не помог. И это плохо. Видишь, что он делает? Все, фейл. Запинали, ребята. Эти паршивые крокодилы, блин. Они непробиваемые. И на них очень много патронов мы тратим, когда стреляем. Когда они махают своими этими клинками. Че ж тогда, Вэя взять, что ли? Попробовать за него? Давай рискнем. А вось получится. Нет у меня, конечно, никакой в этом уверенности. Ну? Да ты заколебал, а? Вот, смотри, что они творят. У меня 28 патронов, ребят. Как вот, извините, мне здесь проходить? Что-то я, если честно, вообще не понимаю. Не допитриваю просто. Патронов-то у меня нет, все. Что-то чересчур как-то быстро, по-моему. Заканчиваются боеприпасы.
Да все, 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 мне ничего не сделать, ребят. А кто, интересно, бомбит по мне? Так, выходим тогда. А тут будем до посинения ждать. Нам не хватило буквально одну горилочку с тобой снести. Сони, давай попробуем за Пейпер тогда, раз уж не получается. Еще они творят, они крутят вот эти вот свои клинки, и все, и их не пробить. Давай, 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 давай. Тогда гранату кидаем. Что там у нас выходит? Пока вроде бы неплохо, да? Так, этот догорит. Этот догорит. И этот догорит. Бросаем гранату. Давай сюда накинем ее. Пока не оглушены, будем бомбить по ним. И сюда. Так, блин. Отлично. И вот сюда закинем. Все. Подрасчитали тютелька в тютельку. Ну что, Пейпер, красава, выручила, так сказать, нас. Ну, а мы переходим с тобой на следующий уровень. 5% серии побед, Тормоз Джо и Дядька Волосач. Так, а сколько мы с тобой? 180 монет у нас есть, поэтому можно прокачать. Только не сварщика, наверное, а... А, у нас только сварщик. Ну, давай прокачаем. Так, друзья мои, у него открывается новая пушка. И я так понимаю, что это огненный гранатомет. Выпускает огромные огнеопасные гранаты. Идеально подходит для противостояния с большими группами монстров. Но я понял, когда они в кучку идут, да, туда вот бомбишь, и все замечательно получается. Ну что, поехали. Тормоз Джо. О, у нас старая крыса с пистолетом. Старая крыса с пистолетом, говорят. Ну давай ты, господи, с этими аркебузами они тут. Бросаем динамит. Они тут оглушенные. Еще оглушим. Дай патронов. Забрасываем, забрасываем их динамитом. И после этого уже начинаем потихонечку расстреливать. Пердеж свой запускает в меня, это посмотри. Так, ребят, у меня мало патронов осталось. Очень мало. Поэтому давай-ка с динамита, наверное, да, начнем. Ну, сейчас попробую подорвать обоих. Есть. Фух, слушай, неплохо. Не стал я их расстреливать, просто динамит туда в кучу бросанул. И, как видишь, все у нас получилось. Ну что же, двигаемся тогда дальше. Сюда открываем награды. 12 монет, Пейпер и Фрости. А мы с тобой... Вот. Так, это у нас что, продержаться 60 секунд, насколько я помню. Ну что, Уэй, ты... Нет, давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, для этой миссии вот этого старичка Сони. Надеюсь, 60 секунд получится у нас продержаться. Ну-ка. Сложный уровень, выживут сильнейшие, называется.
Слушай, ну шпарит он, будь здоров, если честно. Но, по-моему, здесь лучше брать все-таки Фрости. Почему Фрости, ребята? Потому что он замедляет врагов. И чем медленнее они будут идти, тем лучше для нас. А, тут же заморозка есть. Он замораживает. Она замораживает или нет, я не вижу. Так, стопы, 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 бросаем. Все. И гранату, как говорится, зря потратил. И не прошел я этот уровень. Слушай, ну Сони бомбит не кислый. Единственное, что не хватает ему мощей. Давай-ка, наверное, за Фрости. Потому что, насколько помню, у нас Фрости именно вот эти вот уровни проходит на ура. Почему? Потому что он именно замораживает врагов. А если они заморожены, они, соответственно, идут очень-очень долго. Но что-то мне подсказывает, что здесь этот фокус не сработает. Или сработает? Пока непонятно. Так, они меня окружают. У меня 50 патронов всего лишь осталось. Давай, 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 отстреливаемся. Нет. И Фрусти здесь бесполезен. А что ж тогда нам делать? Волосач, ты как, сможешь нам помочь в этом уровне? Да, люто. Продержись 60 секунд. Сложный уровень. Видишь, как они меня прижимают практически, ребят. Так, 18 секунд. Патроны, патроны, ребята, у нас заканчиваются. Два патрона осталось. Есть, я успел. Я успел. Ну что, волосач все-таки здесь справился. И это круто. Ну что же, двигаемся дальше, естественно. 5% опять наград только получаем. 19 монет, дядька волосач и сварной. Так, следующая у нас миссия. А, мы же еще с тобой здесь откроем. 40 монет. Так, дядька волосач, сварной, пейпер и все. 92-я миссия. 92-я миссия, блин. Как вспомню вот эти вот, ребята. Защити куриц, а ведь придется их защищать. Кого мы можем взять? Вэя, может быть, давай Вэем попробуем тут поиграть. Люби врага своего. Опять, что ли? Сколько его можно любить-то? Я уже устал его любить, врага своего. Смотри, сколько их тут прет. Слушай, мне кажется, что этот уровень, наверное, будет легеньким. Наверное. Давай, давай, бомби. Как ни странно, действительно, этот уровень был довольно легким. Прошли. Вэй нас не подвел. За что ему респект. Ну что же, мы тогда двигаемся дальше. Я знаю, где мы с тобой встрянем. На защите куриц, это 100%. Они меня выведут из себя именно этим испытанием. Ну что, 93-й. Опять вставляем с тобой Вэя. Оказывается, монстры. Вот это вот надо, кстати, как можно быстрее разнести, чтобы они отсюда не появлялись. Есть. Конечно, хотелось бы и тут уже дальнюю бомбануть.
Бобер, вали нафиг. Так, бросаем кувшины. Ну, сколько там? 25 патронов. Слушай, по-моему, блин, все, допрыгались. Допрыгались, не хватило мне, короче. Совсем малости, а. Но вы и хорош, да, я не спорю. Бомбит, будь здоров. Так, если мы с тобой возьмем Пейпер. Пейпер хороша тем, что она поджигает противников, и они как бы догорают. Но очень много надо для того, чтобы, например... Видишь, там козявочник идет. Слушай, по-моему, не получится у нас. Потому что уже 25 патронов всего лишь осталось. А врагов-то тут еще дофигища. Все, я псох. Я псох, ребята, не получится. Они мне, конечно, дают тут маленечко, как бы тебе сказать. Но это все не то. Недостаточно, ребята, ресурсов. Так, ладно, давай сразу выходим, потому что не будем тут смотреть, как нас убивает, уничтожает. Где у меня Джо? И у Джо есть? Есть. Попробуем тогда за него. Он как бы один из самых прокачанных у нас персонажей. Чего ж тут, как говорится, греха таить, да? Что они там делают? Свои козявки он метает, и они еще при этом урон мне наносят. Давай закидываем. Вот опять та же самая, ребята, проблема. У меня больше нету патронов. Все, Джо их грубо растранжили. Что же нам тогда делать, а? Волосачи остаются. Я его хотел приберечь, но потом. Слушай, а давай-ка мы возьмем с тобой Сварнова. Вдруг у нас за Сварнова получится. Не уверен, конечно, но у него, по крайней мере, больше всего здоровья. Ну, что у нас получается? Давай, 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 утка. Утка-то не то, что нужно, принесла мне. Угу, наяривай здесь. Ну, я надеюсь, нам этого хватит.
Да, нам хватило. Вот не подумал бы насчет сварщика, что он здесь разрулит вот эту всю ситуацию. Но, как видишь, у нас получилось. Красавчик. Так, 5% опять с тобой набили. 15 монет, пейпер и тормоз Джо. Ну что, 94-я миссия. Поехали. Сыграем опять за сварщика. Угадай, кто здесь? Тритон, кто здесь? Ёк-макарёк. Там их лучше, блин, поджигать тогда уже. Как ты считаешь? Что-то у меня сейчас в голове, знаешь, какая музыка играет? Помнишь, раньше деревня дураков была такая? Вот такая вот музыка у меня почему-то сейчас в голове играет. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. О! Давай. Ох, макаки, а? Бесевы. Давай этих крокодилов. И туда еще коктейли молотого. Как говорится, да, куча, да? Я не могу понять, они когда облизываются. Что это означает? Так, макака минус. Минус, я еле успел, ребята. Смотри, сколько у меня здоровья оставалось. Буквально там пару харчков от этих обезьян и все. И мы бы могли бы здесь сфейлиться. Но, слава богу, у нас все получилось. Что нам тут? 10%. Ага, монетки. Уэй. И тормоз Джо. 95-я миссия. Самая, ребят, противная миссия, где нужно защищать куриц. Ну что, волосач, попробуем. Была, как говорится, не была. Да-да-да, я понял. Цыплят по осени считают. Без базара. Ну, ё-моё. Короче, достали. Корень уже меня. Ага. Ну, ты бич. Вот так вот надо с ними. И никак иначе, да? Правильно, они выползают прямо где курицы. Так, это, по-моему, последние, ребята. У нас враги. И мы с ними справляемся. Отлично. Получилось все прекрасненько. Так, волосач разрулил ситуацию. Фью. Смотрим, что здесь у нас. Серия побед. 12 монет. Дядька волосач и пейпер. И мы с тобой переходим на... Ага. Еще один домик черепахи. 96-я миссия. Поехали. Давай смотреть, что здесь у нас. Унесенный ветром. Сложный уровень, ребята. Ага, я понял. Хорош. Давай, расстреливай. У меня очень много гранат. Тьфу ты, блин. Твою налево, ребята. Они меня просто заплевали, захаркали и тому подобное. Ничего у меня здесь не вышло. Давай попробуем вот так вот. Нашим сварщиком. Может быть, что у него все-таки сработает.
сомневаюсь, конечно, но... Давай поджигать их тогда. Это больно меня тут мощно, конечно, заплевывает, ребята. Ну, ты посмотри. Опять меня не хватило. Нифига себе, они тут прописывают мне. О-оу, и как тогда быть? Элементарно не хватает здоровья, чтобы их одолеть. Вот в чем беда-то вся. Просто не хватает здоровья. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, если их вот так оглушать... Попробуем. Белка вот эта вот бесевая. Она там что, не одна, что ли? Нет. Ну, готово. Давай забрасывать. Я не помню, а кто? А что случилось-то? Я не врубился. Тритоны, что ли, языком, когда вот так вот не слизывают, это получается, что они атакуют по мне? Я только так понимаю, ребята. Ну ты смотри. Все, меня расфигачили уже. У меня уже энергии-то нигде не осталось. Так, ну что, сосед Вилли, попробуем с тобой теперь. 42 патрона всего лишь. Получается, да? Ну? Да дуплись ты уже, белка фигова. Окей, допустим. Так, погнали бросать. Козявочники, понял я. Это у нас обезьяны. Фью, есть. Да, неожиданно для меня, но сосед Вилли справился. Тут даже без комментариев. Просто на одном дыхании. Даже некогда слово вставить. Так, сундучок. 5% серии побед, 20 монет. Сосед Вилли и сварщик. Ну что, как-то так. Давайте, друзья мои, мы, наверное, на сегодня закончим. У нас, как ты видишь, глава третья, не за горами. Обязательно продолжим в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.